Более 300 задержанных накануне на протестах в Беларуси. Большинство из них сегодня выносят приговоры за участие в несанкционированных мероприятиях. Тем временем пенсионеры сегодня снова вышли на традиционный марш мудрости. Подробности в нашем сюжете. Несколько десятков пенсионеров в понедельник вышли в центр Минска на традиционный марш мудрости. Силовики заранее стянули спецтехнику на столичную площадь Якуба Колоса. Еще до начала акции задержали двух журналистов, которые приехали освещать события. Они находятся в РОВД, их обвиняют в участии в несанкционированном митинге. Спасибо всем. Белорусские суды выносят приговоры гражданам не только Беларуси. 2,5 года колонии получила гражданка Швейцарии за то, что сорвала маску силовика во время женского марша 19 сентября. Тем временем Европейский Союз готовится расширить санкции против белорусских чиновников за жестокость в отношении протестующих. Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть завершен на следующей неделе. Плюс-минус 40 имен. В основном физических, но также и некоторых юридических лиц. Механизм евросанкций не всегда эффективен, особенно в отношении Беларуси, считают эксперты. Ограничения – скорее свидетельство политического консенсуса. По-настоящему серьезные меры Европа может принять в рабочем режиме. Ударить могут не только по кошельку, но и ценнейшему резерву Лукашенко – по белорусским силовикам. Пройдутся, скажем так, по программам сотрудничества в будущем Европейского Союза и Беларуси. То есть это то, что реально может быть неприятно официальному Минску. Это программы, скажем так, создания, условно говоря, пограничной инфраструктуры, программы в области экологии, программы в области подготовки специалистов. Это может быть подтверждено действующее эмбарго в отношении продажи вооружение, которое может быть использовано для выполнения полицейских функций, в том числе для разгона демонстрантов. По данным правозащитников, сегодня белорусские суды вынесли 166 решений по делам арестованных в воскресенье демонстрантов. Большинство из них получили аресты от 10 до 15 суток. Николай Старков, телеканал «Дом».